Привет, друзья! С вами Владимир Соловьев. Сегодня мы будем рисовать иллюстрацию. Меня попросили друзья сделать одну картинку. И сейчас я этим займусь. Я уже разметил на листке все, что мне нужно. Мне нужен квадрат. Сейчас мы будем прикидывать, как у нас будет располагаться наша композиция. Возьмем листик новый. Прикинем, что мы хотим нарисовать. Еще раз прикинем, что мы хотим нарисовать. Сюда надо сейчас сделать. Думаю, как-то так. Вот этот вариант нам подойдет. Так, начнем разметку. Тянем путь вверх. Вверх тут. Я прикинул уже персонажей, которые должны получиться. Это Чарчик. Думаю, получится что-то такое. Так, немного еще разметочки внесу. Почему я делаю клеточки? Дело в том, что это будет не просто иллюстрация, а будет иллюстрация для пятнашек. Поэтому очень важно, чтобы у нас в рисунке детали не попадали на клеточку. И одно поле оставить пустым. Так, ну это они получились очень жирные. Сейчас я их сотру, потому что иначе мне потом не пропадут. Может быть, сейчас не видно на камеру, но мне будет видно.
надо нанести несколько точных штрихов, чтобы четко передать лицо сразу. Вот так подойдет.
Так, попадает четко глаза у нас на линию. Надо все чуть вниз. Не нравится мне подпорунок. Лучше попробовать.
Так, хочу на фоне рисовать Стеллу. Нужен референс. Ну, например, вот здесь. Слишком на такие моменты надо их избегать. Подвинем правее. У нас будет фонтан вместо дерева. Ну, а здесь будет удобно. Ну что, довольны? Так. Так, хорошо. Стираем всякие линии. Так, чтобы было поменьше. И начинаем брать красочку. Сегодня в качестве краски у нас будет акварель. И бесконечные запасы. Ни разу в жизни не потратил ни одной коробки акварель до конца. Мне кажется, они не могут. Возьмем ножницы.
И сделаем сначала легкий фон. Сначала мы делаем фон, а потом детальки, а потом контур. Так, какого цвета у нас небо? Небо у нас ничего необычного. Теперь, ну что, теперь надо лица делать. Бежим на этот цвет. Давай красненькую. Thank you.
Теперь фокус. Загоняем капельки в темные места.
Ну что дальше? Дальше костюмы. Костюмы. Это будет у нас очень все. А, вот еще что. Легкую щетинистую там Ух ты, что мы покрасили. Ух, надо покрасить. Не тот цвет. Вот этот. Так, щетина смешивается с ушами. Это неправильно это. Насушили уши. Все-таки костюм теперь. Какой там цвет такой, да? Такой. И такой. Красноватенько. Так, теперь белое платье. Белое платье будет синее. Так, перепутаем рубашку. Ну и красненько. Красненько будет.
Цветочки. Замечательно. Так, вообще надо было мак тоже помазать. Так, проверим, что подсохло, и начнем второй слой. Так, продолжаем. Все подсохло. Теперь немножко зелени. Зелень будет зеленая. И немножко синяя. И немножко желтая. Кисловато, конечно. Еще немножко чем. Перебор. Теперь фонтанчик. Фонтанчик будет очень сильный.
И Стелла наша с каким-то зданием. Синий-фиолетовый коричневый. Это у нас пустая клетка. Галстучек. Галстучек. Давайте все будет красненькое. Сережки. Так. Сережки, требует что-то подальше. И этим же цветом огурцов.
Так, ну с фоном, похоже, покончили. Переходим к деталькам. Для этого нам понадобится коричневая. Да побольше. Коричневая, красненькая. Ну, красненькая, черненькая. Много красненького. Ну-ка. И теперь мы делаем контур. Контур нам акцентирует рисунок, а также скрывает все наши неаккуратные края.
посветлее сделаем. Так, с этими контурами покончили. Малин. Крепкие малины. И нарисуем здесь вот детальки. Ну и цветочки можно.
Добавлю. Классно. Вернемся. Фиолет. Переходим на фон. Будем делать синий. Таким.
Вот такая простая, кропотливая работа. Вводить по контуру. Значит, есть небольшой секрет, как можно вводить, поскольку границу контур имеют толщину, то в некоторых областях можно заступить внутрь, а в некоторых снаружи и поправить то, что мы нарисовали. Теперь на капле не было круглое практически. Я сделал заостренную, не потеряв фона. Есть ручка зеленая. Нарисовать ли нам веточки или листочки? Не будет ли это лишним? Делаем вот так. Что же дальше?
И немного фон. Теперь что? Теперь лицо. Нет. Что? Теперь точно лицо. Чтобы голос разнесся. Женские брови всегда очень сложные, мне кажется. Умудряются их выщипать так, чтобы не казалось, что они вниз к носу, как будто злые, но при этом добрые. Постоянно такая история. Как так? Не могу. Ну, то есть, если наклонить брови вниз, то получается злое там выражение лица или какое-нибудь энергичное, активное, усмехающееся. Женские брови тонкой ниткой часто очень вниз смотрят и при этом не злые.
перейдем еще к деталькам костюмов. Теперь будем класть тенюшечки. Тени. Был он под свет отсюда.
ну и всякие детальки. Так, посмотрим, что мы не сделали. Пожалуй, что сделали. Можно переходить к сканированию.
Итак, прошло время. Картинку я отредактировал в редакторе, отправил в типографию, и вот ее напечатали. Наши пятнашки.